Вспоминаем, что сегодня день Конституции, и по всей стране проходят различные мероприятия. А какие мероприятия собираются провести у нас в Якутии, узнаем из следующего сюжета. Вместе со всей страной Якутия встречает знаменательную дату – День Конституции Российской Федерации. В этот день в городах и районах республики пройдут официальные торжественные заседания, тематические фестивали, конкурсы, викторины. Особенно много мероприятий пройдут в образовательных и культурных учреждениях. Это торжественные линейки, классные часы, тематические вечера, выставки, концертные программы. В Северо-Восточном федеральном университете в этот день будет организован брейн-ринг среди студентов. В Национальной библиотеке жители и гости столицы ознакомятся с выставкой книжных изданий ко дню Конституции Российской Федерации. В Якутске торжественные мероприятия пройдут и по округам, где намечено провести официальные, познавательные, культурно-спортивные праздничные мероприятия с участием общественности, который завершит Общероссийский день приема граждан. Также в этот день прокуратуры республики граждан примут уполномоченные лица аппарата ведомства. В течение 10 с лишним лет 12 декабря являлся официальным выходным. Однако в 2004 году Госдума приняла поправки в Трудовой кодекс Российской Федерации, изменяющий праздничный календарь России. Закон предусматривает отмену выходного дня в день Конституции, а сам праздник причислен к памятным датам России.